Кайф, мы прострём. Тут со всех сторон идут тексты. Ничего, 100 жизней должно хватить. 100 жизней? Я просрал их моментально. Какой он был миллиард жизней? Или с каждой стороны, с каждой жизнью, да, нормально. Я помню, надо строить какие-то другие, ты дышишь? Какое же число поехать? Либо в 3-го, либо 28-го. Езжай в 3-го, чтобы больше учебу пропустить. Особо я много вообще прям пропущу. Сейчас. Лохи. Escape жмем. Да, жалостки. Да, так. Так, что строить? Какие типы башен строить? Постройка завершена. Какие хочешь. Башня воздуха, башня земли. Окей, башня земли. Постройка завершена. Строить. Двух, постройка так. Завершена. Надо Ирку одну построить на все. Две земли и одна воздух. Все, зашибли. А, каждый свои жизни, я тут думал. Тут башни воздуха еще до этого расставлены. Неплохо. Одна. А, Павел, ее проапгрейдил. Интересно, какой тип карты? Где надо одну башню сидеть и грызть, либо где надо построить по две башни? Пром тактика с одной башней. Завершена. Вообще-то кучу постройка надо строить завершена. Башню. Я построил башню 4 уровня. Одну. А вторую построил максимум. Воздух апгрейдил. До 3-го. Я просто, блядь, пишу. Молодой адский зверь красный, адский зверь уже фиолетовый. Ол, ты сидел. 11 хп уже, знаешь. А чё, с башни яда, башни скорости. А вопрос, как нам их построить? Требуется усовершенствование башни яда. А, на свидание. Постройка завершена. Когда открывает тюремщик, встретит стихи. Завершена. Постройка завершена. Хрена себе они тут строят. Ну, вот видишь, построил один тип башни, все нормально. Постройка обрежу завершена. Дома. Постройка до 5-го дома. Постройка завершена. Нету до 5-го. А кто-нибудь копит на таджиков вообще? Пацаны. Да. Там древний адский зверь опять красный. Там 60-й левел, там. Ой, фу. 60 голды стоит один. А, третий. Да, его надо вытереть. Трал. Вытереть. А, Берычин. Я беру Кинариус. Все. Поняли? Кинариус самый нормальный, конечно. Я взял Кинариус. Ты его еще не взял. Я сказал, я возьму Кинариус. У меня два дерева, не стоим. Постройка завершена. Как и Нариус. Постройка завершена. Что у нас пес, дух огня, все. О, дух огня, все за себе. Сфера гибели, не убьешь, что ты нет. Ладно, я Кинариус. Да вот нормально построил. Башню воздух 5 уровня и 2 башни земли. Все. Готово. О, нет, вот кого. Постройка завершена. Готово. Постройка завершена. Не хватает золота. Постройка завершена. Все, мне кадет. Не проходит? Капец. Постройка завершена. Ладно, строю еще башню. Постройка завершена. Что-то я обломался. Ну, двух башен хватит. О, что, кто-то пропустил я там? Я сказал, я пропустил 5-х. Ну возьми да построй башню там еще, у тебя же золото. Не успею. В ту сторону, куда они идут, я имел в виду. Ну уже поздно. Уже пройду, что? Сейчас потеряешь там жизни 30, как? 20. Чё, 5 жизни 25. Беру? Лол. Да, это ж боссы. А. Я думал, что за хрень. Постройка завершена. Всё, у меня 4 башни 5 уровня земли. Кто сколько вообще построил? Все,
стражник, строитель. Хочу башню, да. Теперь, Вискас, посмотри, как у тебя построен, посмотри, как у меня, и теперь поймешь, почему пропускаешь. Да у меня это вообще зашибись пока. У меня по углам расставлены башни, и как бы каждая фигачит по отдельности, и получается, в общем-то, почти всех не, убиваю. Можем. А у меня нет. Да ладно, вообще как. Фак, вот жалко героя сейчас нет, тут, блин, 17 голды не хватает. Да ладно, мне не хватало больше, блядь. Мне сейчас не хватает, блядь. Давайте, пиво. Ну сейчас еще за уровень дадут голд, и потом за следующий да, монстр. Если добил, сколько сумма. 71. Мод. Блин, 7 голда не хватает. Что за это за малая удача? Что она делает? Как ее взять? Голд дает, денежку дает. Героя найми и возьми. Все. Хватает, что просто меня не поддерживаешь. Да, мне то же самое, мне сейчас надо еще 7 голды. Давай построю еще два. Стоп, ладно, пипец, сокол убийца. Пипец, только никого не убивает этот сокол убийца. Блин, какая замедляющая башня. Я привык к замедляющим башням. А то еще минус 10 жизней, 20, 30, 40 жизней. Обесь, четко. Ока, все, застраиваюсь по максимуму. Я буду охранять эти земли. Они раскаются в этом. Валу тоже как бы прошу. А, так я сказал, я кинарис. Да не, ну нахер его слушай. Естественно. Они раскаются. А, я Герыча вообще-то нанял, сказал, так бы не прошли. Уберу. А не, ну нахер. Умный, блядь. Постройка завершена. 5 голды мало удачи давал. Воу. Да ладно. Для тебя же это же много, блядь. Не съешь, зарабатывай. Постройка завершена. Все, блядь, 4 башни, 5 выбор. Кто нарушил наш покой? А Итрик, блядь. Естественно. За Калимдор. Орел. Орел какой-то красный чересчур. У него есть какая-то гол. О, это что за грифон, блядь? Постройка завершена. 250 хп. Постройка завершена. Постройка завершена. Да будет так. Очистим лес от врагов. Постройка. Давай бей его, Постройка завершена. Я мог бы, кстати, я добился. Исследование завершено. Блять, Павел, вообще ты охеренно слушаешь? Так как же, как и мы тебе? Блять, я сказал, я кинарю. А, не, ну нахуй. Ну какая разница, все да, могут герои. Да, не интересно, когда все да, так бы ты выиграл, да, причем это тут. Поэтому... Да ладно. Не, тут все, каждого свое преимущество, так что... Можешь, оба. Не надо Андрей. Тут. Передние боссы пошли, вообще зафигеть. В каком языке только что сказал? Постройка завершена. Постройка я их не выйду. Одного мозга. Очистим лес. Блять, тут замедляющий. Башня холода. Кого строить? Мука, надо строить. Тюремщика, башня льда. Я без башни льда не вытяну. Нет покоя в нашем замораживаться стоим. Пожалуй, ты прав. Ты не должен идти. Кто нарушил наш покой? Да у меня все 5 прошли, я только одного убил. Почувствуйте гнев природы. За Калимдор. У меня еще будет минус 20 тысяч жизней. Вообще зафигеть. У тебя минус 71 жизнь. 61 жизнь. Бля. У тебя ты хотя бы 25, у меня уже 60. Где опасность? Так что можешь, блин. Пожалуй, ты прав. Дирижабли, о, но. О, блядь, это самый дирижабль.
Природа не знает. У меня, блядь, усталости. Три. Ну-ка, давайте потом армака, я понял, как строится. Во имя только духов, без меня просто не вижу. Пожалуй, ты прав. Не, шкарту, ты тупой. Ты да. Нет, ты. Ты не любишь ДТшку. Им удары как ты не можешь. Так играть. Нет покоя. Ты еще эти из них уходишь. Что за тебе? Почувствуйте гнев природы. Это еще давно. Да будет так. Где опасность? Постройка завершена. Во имя духов. Пожалуй, ты прав. Добью ли я их с двумя башнями пятого уровня? Да мать твою, добей хоть этого гоблина. Пай. Нарушил наш покой. Все. Я всех пропустил. Восемь башен пятого уровня. Посмотрим, кто не выдержит. Исследование завершено. Вот никто. Кто-нибудь вообще нанимал строитель? Второго. Где опасность? Я герой. Что, ты что построил? Нет покоя в наших лесах. Скорость. Сейчас спорим, сейчас Валера, спорим, сейчас так, разговор о, Валера. Нет. Пацаны. Ебать ты этот босс, сука. Что, башен? Че? Блин, сейчас будут яички, яички и детишки. Нет покоя в наших лесах. О, у него только старшая руна мана. Ол, я не убью его. Я и все. И тут хп еле снял. Природа не знает. Детишки вообще говно. Нет покоя в наших лесах. Мамаша прошла. Будет так. Она яйца выстрелит. Лол, щито. Кайф, твою башню. Павел, где ты взял башню? Вы. Сколько стоит скорость башни? Исследование завершено. Улучшение, я не помню сама. Сколько. Сама стоит 5 и за каждую ауру надо платить. Нет, а сколько стоит мир аур скорости? Аура скорости первый уровень 5, второй 15. Какого хрен дети прошли? Твою мать. Я быстрее сдох, давай. Есть аура слабости, замедления и меткости еще. Аура, атаки. Только это... аура вот меткости очень дорогая. 20-40. Так зачем мне меткость, мне урон? Сейчас пойдет морский дракон. И у меня... Ну давай деньги. Ну да, подумай-ка на себя. Приказывай. По башню скорости или башню атаки. Нет покоя в наших лесах. А, башню скорости приказы сама по себе ты уже построилась? Аура скорость. Нет покоя в нашем. Нет, ауры должен покупать, сразу как ауру. Бы. Нарушил так наш покой. А на сколько она повышает? На 5%. Природа не знает. О, аура с замедлениями 100% надо. Очистим это, лес там от врагов. Аура слабости броню понижает. Приказывай. Аура замедления не особо спасает. Хватает долларов. Все, я проиграл. Где опасность? У тебя 70 жизней. Мне 24. Стоп, а как во-первых босс пропустил? Я пропустил их вообще. За Калимдор. Почувствуйте гнев природы. Добить хоть парочку. Естественно. Твою мать. Нет, я еще не лифт. Она их, а ты что говоришь, что ты рип, тебя вообще, блядь, ты почти всех убиваешь. Всех убил. Ты говорил то, что он рип. Я думаю, что нет. Ну кай, строй еще оба апгрейд скорости. До второго. А, 10 году никто не подкинет. Правил вообще никого не пропустил. Да что, ауру, босс? Слабости еще. Аура меткости пока нахер. Это полный пиздец. Сейчас. Факл, фан. А, 200 хп, чё, блядь. Готово. А кто-нибудь убил эту мамашу драконами? Павел. Постройка завершена. Постройка завершена. Кто нарушил наш покой? Башня яда завершена. Первую апгрейд. Нет покоя в нашем. У меня башня яда третьего уровня стоит. Почувствуйте. У меня башня яда третьего уровня. Давай, постройка завершена. Я их нихуя не сношу.
Я одну убил. Черепахи, здоровые штуки. Вот, целых 8 так мало? Да будет так. Мало? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Они друг в друге ходят еще. Природа не знает. Во имя духов. Почувствуйте гнев природы. Естественно. Очистим лес от врагов. Я-то еще выживу. У меня останется 2 жизни. Точнее, 6. Во имя духов. Охрененно у меня счетчик жизни. Охрененно счетчик упал. Он всех убил. Как нас построил. Еще Герыч есть. Еще доп. Спасения. За Калимдор. Башня яда, это вообще полезная хрень, нет? Она еще добавляет. В наших лесах. Замедляет и еще отравляет. Ну, снова не хватает голода. Аур слабости второго, да. На 6 брони снижает. Красота. Аура меткость на вообще чудо даешь. Никто не промахнет. Урон увеличивает эту башню. Написано же несколько. Ау, я почти снял Герыч. Ну, давай, давай, давай. Да. Он мишку жизни. Все, я рип. Кому голду дать побыл? А, мы враги. Бегли сам голду. Голду нельзя вроде как передавать. Во имя духов. Ну, нужно, наверное. Я уже не помню, зачем я дерево. Отдаю лицам голду. Они раскаются в этом. За Калимдор. 5, 4, 3, 2, 1. Почувствуй гнев природы. Они раскаются в этом. Во имя а мои башни остались. Только они кому-то передались, непонятно кому. Хрену я понимаю. Так, еще второго строителя построю. Я пошел туда поставить в город. Да, сейчас. Искас. Искас. Ожидание. Я переключился на другую. Да. Готово. Хотя Кинариус в 8 фичи помогает. 60 доп дамага и плюс эти вот элементали воздуха никому не помогают. Элементали воды. Да. Ну там это у него красный элементали. Да Павел их и не выдерживает этих МФ. Мы очень сейчас. Кто нарушил наш покой? Скоро вступало первый жизнь хотят не будет. Хотя нет, ему элементали помогают. Очистим лес от врагов. Под 40 урона, блин, на ночь. Они раскаются в этом. Потер. Гнев природы. Да, пало есть, минус твои жизни. Нет. Как это вообще зашибись? Во имя духов. Меня звали. Нужно больше золота. Разумно. Короче, с костей присоединиться присвоили. Охрен. Готово. Нет покоя в наших лесах. Весь вас же нет лагов. Сейчас вас поширну. Приказывай. Природа не знает усталости. А, я знаю для чего дерево. Для там нет каких-то башен героев. Смертоносная башня. В общем, особые башни. 75 голды стоит от... Я тебя вызывать. Ой. Ха-ха-ха. Ебать, я их верно. Берите кто-нибудь у меня книгу знаний, там голод, никому не надо. Чё, Павел построил башню? Вот, я. Воды. А, вопрос, нахера ты построил башню воды? Говно. Урон 3. Башня яда тебе. А скорость очень высокая, блин. Да, было построить. Они раскаются в этом. Что Павла нет, у Павла только мы прошли, это были боссы. Природа не знает. Нет. Очистим лес. Не, мэф никто эльф не прошел, вот эльф прошел. Ты был на мэф сконцентрировал. Наш покой. За Калимдор. А башня льда низкая. Так.
Ты что, все ауры, что ли, там построил? Я апгрейдил до второго. Не, до второго мне только... Не, скорость и дамаг был до второго. Скорость был до... Нет, дамаг меньше. Вот, скорость не до второго. На складе нам, что, башни вызова? Он нарушил наш покой. Где опасность? Кто нарушил наш покой? Павел, ты можешь башню... Нужно больше. Нет, Павел, тебе нужно смертоносную башню покупать. Естественно. Тип молнии, аура боли и москит. Я к вашему верну. Кто нарушил наш покой? А разум. Они раскаются в этом. Да Павел в самом начале пилит труд. Очистим лес от врагов. За Калимдор. Кому? Вот я одну голду снова. Природа не знает усталости. Мадака. Пожалуй, ты прав. Они раскаются в этом. Очистим лес от врагов. Они раскаются в этом. Что-то не так. Брюхо бьет. Да, сейчас. Приказываю. Естественно. Кто нарушил наш покой? Где опасность? Уверен, даже кто хп не отнял. Ну и химер. Во имя духов. Очистим лес от врагов. Да будет так. Они раскаются в этом. Кто нарушил наш покой? Почувствуйте гнев природы. Приказываю. Естественно. Меня звали. Неплохо раздумная. Крафт-топора даже, портуль. Я к вашим услугам. Исследование завершено. Решающий выбор. Еще ж за башня огня такая. Ты уже все прям проапгрейдил, все построил. И сколько стоит на... Ну, я это построил бы больше. Да, перевел, прям чем. Все построил. Спал, что там стоит смертоносная башня у тебя? Где опасность? Смертоносная башня сколько стоит? А? Вот на складе, вот, здание, склад. Какая башня? Есть для ловкачи здание, смертоносная башня, можно сосить башню. Молния, аура боли, москиты, верный брат. Там по-разному стоит. Башня со скиллами. О, башня льда, херачи замедлять. Нет покоя в наших лесах. Почувствуйте гнев. Еще башня яда там сверху. Они раскаются. Вопрос, ты грейдит собираешь? Кто нарушил наш покой? Ну, лед грейдит. Что-то так. Кого? Почувствуйте. Лед уже до второго уровня. Там 15 монет потратишь каким-то лишних на апгрейд. Снижение брони на 6. Нет покоя в наших лесах. Теперь сравните это с моим. Не убил никого. Природа не знает. Да. А? Лол. Ну я Павел Огр, 150 тысяч задрот, так что... в наших лесах. Можешь не сравнить с ним. Во имя духов. Дирксиды сейчас тоже проиграет. Давай, Дирксиды. Нет, ты выживешь. Ты хоть герч построишь. Где опасность? Королева Хибер. 22 голды дали. Еще 11. Интересно. Там, блядь, в центре здесь рассказывают. Меня звали. Кто нарушил наш покой? Исследование завершено. Я пал какие-нибудь. Боссы химеры, блин, пошли. Нет, это плохо. Все, дрюх на 10, что он их да не выдержит. Чего ты взял, что я не выдержу? Тут не выживешь, что? Будем надеяться, что я выживу. Да у него башня яда есть. Башня, да, ляд. Да. Минус 6 брони послушаю, поставил. Они раскаются. Башня воды тут побредит. Почувствуйте гнев природы. Очистим лес от врагов. Пожалуй, ты прав. Часть. Две, три. Я, наверное, часть проебу. Природа не знает усталости. Охрененные чекстуки карт. Нет покоя. Просто меняют цвет мобов и говорят, что это босс. Они раскаются в этом.
Почувствуй. О, да у тебя прям мега тактика. Очистим лес от врагов. Где опасность? Все, там жизни 25 просрал. Андрюха, сейчас всех. Почувствуйте гнев 7, природы. 2, 3, 2, 0. Дирксиды пара. За Калимдор. Прощай, Андрюха. Остался я. Большой дирижабль, там был один, горный король. Я не содержать, не колдуй, Сирио. Я бегли, сам отдал. Да, сейчас. И Вавар, Гамун. Сам последний, блядь, кто там будет у нас? Нужно больше. Вылетели демонов, регенерация, неуспеваемость к магии. Уроки в мире духов. Они раскаются. Колдуны. Природа не знает усталости. Мастер Клинка, Суккуб, Барлок и прилетели. Почувствуйте гнев природы. Естественно. Очистим лес от врагов. Отражать потомство. Бегство вас отбирал. Сейчас напал на гидро поедешь. Наш покой. Они раскаются. Павел, видишь, Павел вообще у нас, блядь. Их вообще как семечки все щелкают. Блин, гидра продолжает потомство. Нет покоя в наших лесах. 72 голды. 96, блин. Куплю-ка я себе, наверное, герочка какого-нибудь. Кого же можно купить-то лучше? Так это не герочка. Ну вот я и это имею в виду. Да купи. Ну, башня герочи. Это у нас на башне. Для тебя. Где опасность? Давай, кинай. Естественно. Поставь его на начало, блядь. Даже ее поставить. Поставь давай. Пожалуй, ты брат. У тебя аура есть какая-то? Аура боли. Две гидры выходят. Нет покоя в наших лесах. Три гидры. Где еще опасность? Три гидры. Я размышлял. Кто нарушил наш покой? Павел, тебе пора уже углы усилять, а то центр нормальный, а углы уже говно пошли. Почувствуйте гнев. Кстати, такая же полу моя тактика, потому что я тоже на самом начале строился, а там уже в углу херню какую-то ставил. Они раскаются в этом. Почувствуйте гнев природы. Да ты еще не ревнул? Ну. Где опасно? Да, Термак. Да, но. Не, если Валера еще будет и этот. Ну я не могу. Даже из Валера ты не будешь играть. Меня я думал, что ради Валера на все. Приказывай. Я размышлял. Готово. Да, сейчас. Воздухов и нет, мастер. Эти скорпионы. Нормально. Дерево зовут Форт Ретаран. Да, тоже так же изучать надо. О-хо-хо! Да, как герой. Естественно. Сила природы, сейчас посмотрим, что за сила природы. Где нескольких деревьев в одного энта, воу! Деревья у тебя есть, чё? Всё, блядь, давай, Павел, грейди свой эти. Я отсюда грейдил, ай, грейдил. Миг опыта подбери. Заняй, Павел, не выпьем. Природа не знает. Постройка завершена. Говно. Да? Говно. Я пойду снова спасать мир. Андрюху. Природа не знает усталости. Там такой волной он продержится, я ему за 30-ю думаю продержится. Миг опыта бери. Армия эконома. Кентариус, блядь, великий выбор. Кто нарушил наш покой? Надо фейспалм. Постройка завершена. Готово. Готово. Постройка завершена. Павел, подними книгу. Где опасность? Приказывай. О боже, мне взял! Я к вашим услугам. А горного короля на что будет? Мощь гор? Да, сейчас. Кто нарушил вот наш покой? Они раскаются в этом.
А чё у него ещё? Ну точно угадал мозгу. Мартиры, блядь. Это что? Где опасность? Воду апгрейдить, интересно, дальше. Вообще воды. Нет покоя в наших. Блин, башня льда, третий левел стоит 100 золотых, ни хрена. Приказывай. Для Кинариуса, блять. Потом босс камень. Да нифига себе мало. Он нарушил наш покой. Я думал, он где-то живет. Знает усталости. Высокая защита. Это название ящерицы, о, что? Природа не знает усталости. Естественно. А у тебя ультимейт какой вообще? Кинариус. У кого? Кинариуса? Сила природы вот эти деревья призывает. Рень просто. Одно дерево точнее. Пенечек призвал. Так, что лучше улучшить? Башню огня или башню льда? Башню льда, жалко. Пожалуй, ты прав. Давай, башню. Малая удача, да что все по 5 голды падает. Теперь башню воды. Вот по 3 будет бить, а по 10. Все, боссы. 2 косаря хп. Готово. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. От врагов. Ладно, 2 с лишним косаря хп. Почти 3. Твоя башня. Да, это да. Горючая смесь хоть от кого. Ты башня так или иначе, не? Кто нарушил наш покой? А, это от вот этого дерева. Который вот этот красный. Типа, я убил почти всех. Они раскаются. Да, он убил. Он убил всех. Нет, он еще не убил, стали двое. Гнев, он должен герочем хреначить его. У него духи сильнее, чем у башни. Духи? Нет покоя вот в наших лесах. Рип. Это же духи сильнее, чем у духов. Сейчас словец духов. О, у него зову. У ловца духов заговор не узи. Тролль-орды. Он нарушил наш покой. Ошибись. Блин, сейчас вот так вот в середину припрется и все. Шквал? Скажет он, пизда тебе. Где? Ну, шквал это не поток, да? 16-18. Давай шквал. Природа не знает усталости. Еще по области сплошь и сила льда. Где замедляет, опасность? То есть. Пожалуй, ты прав. Блин, сейчас он туда встанет, давай и заговор всем заговор сделает и все, пизда. Коса. Да, он сделал заговор. 7 косарей хп. Они раскаются в этом. Приказывай. Да пробежали просто. Все, пробежал дальше. Да. Офигенно, только такую оборону. Кстати, Павел. Пожалуй, ты айст построй тут. 2 айста. Кто нарушил наш покой? Кританул. Ну, отлично, построил. Очистим лес от врагов. Я буду играть, сипал, ни одного не пропустит, наверное. Ему бы корк. Они там все с подбитыми хп и... Сейчас пройдут все. Не все. 2-3. 4 пройдут. Это ли 5-й и 6-й? Почувствуйте гнев природы. Очистим лес от врагов. Сейчас пойдет мастер клинка, пусть иллюзии. Добил. Павел, так это вообще будет так круто. Приказывай. У тебя ауры все построены там. Исследование завершено. Даже меткость. Да. Не, мне кажется, башня это шквал их херовиках. Постройка завершена. А поток-то грейдить будешь? Кто нарушил наш покой? Приказывай. Да нет, что да, нет, 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 построю башню молнии. Исследование завершено. Естественно.
Природа не знает. Блин, боссы идут. За Калимдор. Меня звали. Они раскаются в этом. У меня маны ни хрена нет. Почувствуйте гнев природу. Природа не знает устав. Так а тот, который вырвался, тот... Они раскаются в этом. Не, он не будет. Нет покоя в нашем. Может ли Павел удержать его? Нет, конечно. Да, косарь хп остался. Ну же! Ииии! Ноуп. Кто нарушил наш покой? Говно. Не, я слышу Павла по трёх голосам. Арахниды со змеиной змеиной ловкостью или что? Да я знаю. Я говорю, это что-то. Это они уклоняются, значит. У тебя, в принципе, башня меткости есть. Башня молнии, неплохой урон, только маленький начальник. Маленький небольшой. Начальник, 14-89. Да, сейчас. Решающий выбор. Постройка завершена. Постройка завершена. В наших местах. Где опасность? Как вы? Почувствуйте гнев природы. Дарк. Ожидание тебя было. А еще в этой башне молнии крит есть. Где опасность? Исследование завершено. Почувствуйте гнев природы. Так, почти всех добил. При апгрейде это постройка. Побольше. Я сюда мага на них. Тут строитель за 300 есть. Но копить, блин, до него. Во имя духов. Волн 5, а мне надо постоянно грейдиться, грейдиться. Он строит башню крови или чё? Выше арахнит. 2 ксаря хп. Дарк сайт. Всего 2 косаря? А, он же не один теперь, понятно. Пожалуй, ты прав. Купи еще одно дерево героя. Где опасность? Естественно. Раскрываем двери каким-то дирксидом. Очистим лес от врагов. Во имя духов. Почувствуйте гнев природы. Природа не знает усталости. Чекать пробежала. Ну как, какая там у вас волна уже? Кто нарушил наш покой? Сколько упало жизни? Все два. Очистим лес от врагов. Значит, я думал до 30-го максимально. Все два. Исследование завершено. Приказываю. Я сейчас кто пустит, гадава? Ноу. Пожалуй, ты прав. Башня настораживает. Воздушные корабли. Высаживает войска. О, ноу. Я к вашим услугам. Fuck of fun. Ну, корабли 2800 хп. А мне забраться, да. Кто нарушил наш покой? Разумная. Где опасность? Природа не знает, что стало. Башня воды 3 уровня. И чё она делает там? Я 7-7 атака. Ну вот, блядь, я же говорил. Вот охренеть. Где опасность? Постройка завершена. Ух ты, сколько мясничков. Да! Россия монстр. Андрюх, ты монстр, знаешь. Нет, это не монстр, это смерть. Эй, куда покатил, сука? Очистил да, врагов. Бля. Приказы. Что он сделал? Опять. Ура! Пизда мне будет скоро. Очистим лес. Кушай их мов в голове получаешь. Почувствуйте гнев природы. По 100, наверное.
Пожалуй, по одному голду получается. Мажоры. Пивовар, 30-я волна. Ну вот я и думал, что пивовар дальше не пройдет. Пивовар. Да. Пивовары, пивовары. А девушки, а девушки потом. Первым делом. У него мадай боевой гоф плюс 15. У него 9 косарей хп. Дай имикацию на узнал. Как думаешь? Они раскаются в этом. Если он разделится на 3 стихии, то придется еще его добивать. Мне кажется, как хп в конце подойдет, тогда он будет. А может и позже, кто его знает. Шарик шоу. Нет покоя в наших лесах. Да, вот здесь я, блин. Крысиная морда. У них по 2 косаря хп. Они раскаются в этом. Почувствуйте гнев природы. Так, Агнубис, да, и земле тоже. Все. Ух ты. Это было легко. Блин, ну у моего же этого деревца ульта есть. Есть комонкулы. Я даже никак не так. Не все под 300 хп. Москиты. 159 голды. Башня молнии. Так. Сильный удар, ух ты, стан может. Есть, точнее. Исследование завершено. Да, сейчас. Бам. Ангерой. Нет покоя в наших лесах. Очистим лес врагов. Гомункулы. Где опасность? Вчера я ломал. Я ломал стекло. Я сказал, мне придется... Задолбал его ломать. 3 дня назад не говорил это слово. Всё. Может, пинка. Что, Димон? Какой еще Димон, ты чё? Блядь, тут кого там визги были, нет? Ровно 100 голды у меня, лол. Что конь подтяг... Просто у конь... Хелкнио, что-то... Шарик. Решающий выбор. Наконец-то его расшевелил. Смерть. Да, сейчас. И смерть на улице вязан. Решающий выбор. Природа хера. Не знает. Еще осталось. Да будет так. Кто нарушил наш покой? Это вообще какая волна уже? 32-я? Да, даже не выдержит. Пожалуй, ты прав. Понял. Как бы этот танк пробежал. Может он хотя бы прирос до лорда Элидан? 41-го. Лорд Элидан в самом смысле. Ну кого там? Детский сад туда. Некуда класть. Аспект зверя. Малый свиток зверя. Да сколько же этих малых свитков зверя? Они вообще будут атаковать. Естественно. Ну, блин, это на крайняк. 127 голды. Ладно, буду копить на коменданта. Ты ломал стекло. Кто нарушил наш покой? Yes. Ну ладно, я ломал стекло. No. No. Чем только? Очистим лес от врагов. А это надо сюда. Они раскаются. Я ломал стекло. Приказываю. Очистим лес от врагов. Они раскаются. Пизда вам, голени ебаные. Очистим лес от врагов. Держу 10 уровня. Они раскаются. Да ладно. Я просто не знаю, что вы там делаете. 40% нанести пятикратный урон. Осталось 72 голды до этого. Коменданта. До этих так, штук. Осадные големы. Опасность. Да, за 300, которые духи. Нет покоя в наших лесах. Башня крови, башня смерти, у которых. Башня смерти, по-моему, это самая мощная. По-моему, число башня. Это выйдет, мне интересно. Не до сентября, по конец сентября, мне кажется. Приказывай. Пацаны. Сейчас еще август, сейчас что? Еще лето. Выйдет. Последняя неделя, блядь. Нет покоя в наших лесах. Да. Что там через нет, пару дней уже кончается? 4. Горе? Ну, пофиг, да. Эти 5 дней пройдут как пара дней. Дней. Даже быстрее. Почувствуйте гнев природы. Они раскаются в этом.
Природа не знает усталости. Теперь вещи по смерти надо, надо работать с какими-то шариками. Пару гольмов все-таки прошли. Пожалуй, ты прав. Первый этап. Лимдор. Почувствуйте гнев природы. Ну, первый этот. Пожалуй, блокпост Пауэр. Ну, второй блокпост, они точно так. Они раскаются в этом. Понял. Очистим лес от врагов. Один можешь прийти. Два голема, блин. Кто нарушил наш один, да, да, все. 300 голды есть. И еще 50 дополнительно. 51. Так, по 40 эти башни сейчас посмотрим. Ну нифига места они тут, конечно, занимают. Не знает. Кэп. Ну да, эти башни кроем. Естественно. 120-170 силы хаоса. Готово. Где опасность? Еще можно играть. Норм, чё, только скорость атаки низкая. Надо ауру будет пристроить. Знаешь, какое у них расстояние еще и глушит вроде бы. Кто нарушил наш покой? Следующий грейд еще 40 стоит. Еще 40 голды стоит следующий грейд. Какой повод так прорваться? А что мне забрать шарик? Лес от врагов. Да будет так. Они раскаются в этом. Да чуть не вместе. Гнев природы. Чего? Очистим лес от врагов. Да разработчики так сделали. Не умеешь прыгать, понимаешь? О, Павел просрал. Про... Чё, просрал? На 55 жизни осталось. Я думал, просрал по реально. Ну, он пропустил босса. Эй, насрать. Чувствуйте гнев природы. Очистим лес от врагов. Снова идти за новый. Нормально, когда есть на коне, у него одна коса. Когда ходит в руках, у него две. Чувствуйте гнев природы. Андрюк, странно, что умеет трансформироваться. Да будет так. Естественно. На башне смерти такая маленькая. Что-то не так. Постройка завершена. Где опасность? Нет, я застрял. Грёбаные дикторы. Кто нарушил наш покой? Меня звали. Природа не знает усталости. Башни смерти сплошь, очень высокая скорость атаки и 40-50 урона. Хаос. Нет покоя в наших лесах. Ну да, значит, маленькая. Кто нарушил наш покой? Я застрял. Покоя в наших лесах. Я там смотрел, у кого-то СП, он проходил эту карту, поставил кучу башен крови и все. Очистим лес от врагов. Все деревья вырубил, вместо всех этих деревьев были башни крови. Очистим лес от врагов. Они раскаются в этом. Почувствуйте гнев природы. Да вижу этих гребаные тишины. Приказываю. Очистим лес от врагов. Готово. Естественно. Они раскаются в этом. Во имя духов. А, он же. Очистим лес от врагов. И ломал стекло. Нет покоя в наших лесах. Я размышлял. Постройка завершена. Толпу просрал. Попал, осталось жизнь. 48, 47, 46, 46. Так, 45. Еще 13 волн держаться. Папа, знаешь, ты сможешь. Давай, строй эти башни. Ну, Павел там добил двоих, ушел гером. Сак. Убежал обратно. Очистим лес от врагов. За Калимдор. Чуть не просрал. Что-то не так. Я знаю, что ты создал эту игру. Почему ты так как коряво сделал решающий отношение своего героя? Выбор. Да, сейчас. Точно. Разумно. Блять!
надо сразу таскать, надо сразу эту хрень вставать. Готово. 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 Природа не знает. Я не могу становиться невидимыми. О, что? И у кого есть ясновидимость? Почувствуйте гнев природы. Они раскаются в этом. Ты не получаешь урона, они на 15 секунд, насколько ты уходит в астрал. Им нельзя нанести урон. А, до пустыников он дошел. Нет, дракончик. Да они просто нет, тупо исчезают и все. Нам атаковать еще. Кто нарушил наш покой? Все, я башню ауру построил, теперь еще добавил. Ауру меткости, плюс 121 корону башни крови, норм. Строю еще башню крови. Строю постоянно башню крови. Башня крови это все. Основная не нанимается башню крови. Постройка завершена. Где башня крови? Только дорогущая. 380-590 плюс 122. Где башня крови? Ого! Приказывай. Средняя скорость атаки, тем более. И радиус у него приличный такой. Дохерища строит. Я спал такой. Крики постоянно. Где опасно? Очистим лес от врагов. Что-то не так. Да. Да. Приказ. Да будет так. Архимонд? О, что? А чё он красный какой? Это не Архимонд, это фальшивка. Два Архимонда, блин. Погибнув, он превращается в яйцо? О, что? Яйцо, блин. Он... Постройка завершена. Боевые когти плюс 15. Смотри. Природа не знает усталости. Естественно. Ну не как ты. Где опасность? Кто пал, вип? Почувствуйте гнев природы. Очистим лес. Я еще сдохнув, они превращаются в малышей, блин. Пожалуй, малыш Архимонд. Почувствуйте матрешка. Природа не знает усталости. Они раскаются в этом. А один большой так и проходит. Очистим лес от врагов. Почувствуйте гнев природы. Нет покоя. Ничего, пизда ему сейчас будет. Они раскаются в этом. Да блин, сколько и... Почувствуйте гнев. Задолбали разделяться на мелких. Сейчас еще башню крови. Видишь, что куда она достает эту башню крови? Кто нарушил наш покой? А вот тот уже настоящий Архимонд. Блин, он еще меньше стал. Ладно, этот прошел, надо этого. Кто нарушил наш покой? Наконец-то, 40 жизней. Огненные големы. 100... Не, 11 111 к... хп, блин. Не знает устал. А, да, а вот на следующих ауру... Короче, элита. Вон там, вот там одного сферы льда есть. Нет покоя в наших местах. Постройка завершена. Приказывай. Отдам, наверное, своему деревцу, а то пустует совсем. Кому? Природа не знает. Дерево. А вот этому дереву герою. Лучше ему вообще атаки подать. Блин, они не восприимчивают магии. Надо ледяную хуйню, чтобы тормозить света, как обычно. Природа не знает, очистим лес от врагов. Так, ну голем и хуйня. По сравнению с Архимондом. Архимон это было два. Уже почти все дохуя. Архимон было два.
нарушил наш покой. А, два, да. Почувствуйте гнев, природа. Власть, трой, больше, больше. Теперь льда выпало. Нет покоя в наших лесах. Да, видел я. Подбери. За Калимдор. Сейчас подберу. Некуда класть. Что-нибудь ему делать? Некуда класть. Зря ты ему дал, чтобы себе оставил. Сам бы замедлял. Природа не знает усталости. Вопрос, меня замедляет башня льда. Нет покоя в наших лесах. Постройка завершена. Ловкость у меня основная характеристика. У каждого, ну тебе маг... урон. Повышение разума героя. Она? Ловкость. Так, наги, сирены пошли по 9 косарей хп. Смерть, но спасет мир. Они раскаются в этом. Почувствуйте гнев природы. Капец, сирены, блин, нереальные почти. Приказываю. Природа не знает усталости. Все, Павел Рип продержался до 41-го. Твою мать. Очистим лес от врагов. Нет, эта волна там точно не 40 сирен. Почувствуйте гнев природы. Они раскаются. Ну, эти бомб ставить, чтобы они жили. Почувствуйте гнев природы. Кто нарушил наш покой? Папа. Так, штук 10, наверное. Они раскаются. Пройдет. 10? 8. 32 жизни у меня еще. Я буду играть, и Павел выиграет. Мы там, мы все, по-моему, до этого бы додержались бы, интересно, если бы не тут гибли. Я к вашим услугам. Прошлого чита тут никак. Павел, Павел, хороший, что он говорит. Постройка завершена. Да будет так. За Калимдор. Павел, ты играешь хорошим читом, что ли? Мимость прям. Урон, видишь его, у него башня урон там. За 8 на 10, 20. Да блять, как где прыгнул? Да. Очистим лес. Ты че шарок стоит? Пожалуй, ты прав. Они раскаются в этом. Баттер, что? Очистим лес от врагов. Во имя духов. А Калимдор. Кто нарушил наш покой? Бустрейхен, да. Приказываю. Почувствуйте гнев природы. Еще штук есть, наверное. Пропусти. Просрал. Ну чё, Павел, давай, открой башню. Крови, ауры, подводи каждый. За Калимдор. Да будет так. Блять, они раскаются в этом. За Калимдор. Природа не знает усталости. Что-то не так. Мой долг повиноваться. Кто нарушил наш покой? Не-не-не-не. Фу. Фу, аллилуйя. Трех шаров хватило, чтобы выйти. Нага, гвардеец, блин. Топор какой-то, Гронт. О, хороший топорчик. О. Так, мне вот туда вытащить, блядь, вот это туда. Чувствуйте гнев природы. Да будет так. Ах. Нет покоя. Вопрос как? В рот поднял. Кто нарушил наш покой? Деньги поднял. Природа не знает усталости. За Калимдор. Очистим лес от врагов. Блин, ну хоть бы так много не прошло этих наквоинов. До финальной волны осталось совсем немного. Раз, два, три, четыре.
6 штук. Совсем немного, потом. Что 6 штук? За каждый раунд ты пропускаешь по 5, так. Они раскаются в этом. Сейчас штук 10, наверное, пропустил. Тут тебя не стоит. На Калимдор. Они раскаются в этом. Во имя духов. Естественно. У меня 18 жизней. Так, королева змей. Еще капли, блин. Вайси. Постройка завершена. Скачок, оу, что? Приказывай. Вайши скачок, чего не читал? Нет боя в наших лесах. Но хабдет, Warcraft, ты... Ну, как 4 слова не про. Природа не знает, что стало. Очистим лес от врагов. Что, давай. Где опасность? Капец, блин, вайши убежали. Я встрял. Я рип. А может и нет. 15 жизней, чё? 7 жизней. А там еще толпа капли летит. О, похуй, лебедь я зашел. Прям очи. Блин, может тебе Аякс. Давай, не для... Не, там их больше 7 штук. Павел рип. Все, прощайте. Я, мы выиграли Павлу, у него минус 2 жизни. Почти продержался. Павел.